Вчера я готовила баклажан без гарнира. И сегодня я утром сделаю и завтрак, но с яйцом. Вот осталось тут немножечко юшечка, видите, со вчерашнего дня. Я ее выливать не буду, а здесь же буду готовить баклажаны. На второй сковородке я поджарю сейчас яичко к этим баклажанам. Вот яичко уже готово. Вот тут немножко, немножечко вода можно сделать чуть-чуть, чтобы и отставить, и уже оно дойдет. Ну все, завтрак готов. Можно накладывать порционную тарелку. Паром как пыхнуло. У меня закончилась и стирка, и закончилось приготовление завтрака. Поэтому я не стала выбрасывать вторую сковородку, старую, чтобы ускорить процесс приготовления блюд. Сюда можно добавить, что хотите, сметанку или майонез, если хотите. Я не буду добавлять. Я растительное масло нерафинированное полью еще сверху. Приятного аппетита!